Студия «Большая ягодичная мышца» представляет. Этой осенью вы все умрете. И будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, знаю. Это да-с! Мимо вахтерши пройти не получится. Нужно искать обходные пути. Проклятые пожарные лестницы! Да чтоб нет квартокоприкой! Кто возьмет тему для реферата, тому экзамен автоматом. Я возьму! Не, ну что за дела? Это что, стена 34-й троллейбус, что ли? Я не понял. Эй, ребята, а лифты в ГЗ не работают, нет? Нет, времени до экзамена еще много. Я все успею выучить, у меня 2 месяца. Нет, ты должен учить химию. Она очень сложная. Нет, хозяин вытянет голым, обязан. Ну ты в баках препараты посмотри. Арагорн Романович, тут ничего нет, почки одни. До экзамена один день, что делать? Так, счастливый ножик, счастливые шнурки, счастливые носки. Пойду халяву ловить. Так, нет, нельзя спать. Надо повторять. Учебники, где учебники? Где мои учебники? Ты не знаешь поступ Терега Полятину! Череп — это скелет головы. Он находится в голове. Он состоит из следующих костей. Это височная, затылочная, нижнезубная, а также лобная. Более того, я могу сказать, что там находится головной мозг, сосуды и нервы. Что, неправильно? Мэри, твоя академическая успеваемость оставляет желать лучшего. Что ты можешь сказать в свое оправдание? Ну, я это самое... Блин. И слушай, дорогой, что мы сегодня сдали? Латин мы сегодня не сдавали, ты что, не помнишь? Я объявляю медцентр открытым!